мультик про обезьянку и про ее детенышей, как она шкодливых обезьянок ловила, все время ловила и выдергивала от всяких проказ. Вот это вот напоминает сейчас нашу семью. Мы – это мультик. Денису, Владиславу, Давиду, Дарье и Александре исполнилось 2 года. Единственные пятерняшки в Украине родились 24 июня. Об этих малышах знает уже весь мир. День рождения отмечали в кругу семьи. И отметили семьей, шашлычками, тортиком большим. Очередной год оказался непростым. У большой семьи было много трудностей. Сразу впятером дети переболели корью. После была длительная реабилитация. Все плохое как бы отстранилось. Вот как мини-амнезия. Вот, забылось. А в принципе запомнилось уже после Нового года. Зима, весна. Потому что осень у нас была не совсем хорошая, с болезнями, с корью. Вот, она как-то и ушла на второй план, забылась. Сил маме и бабушке не хватает. Помогают им 2 няни. В таком графике они с трудом выкраивают время для себя. Каждая минута посвящена детям. Вот, если я нахожу 15 минут для себя, это хорошо в течение дня. Дети растут, а с ними и хлопот становится больше. Каждый ребенок – это личность, и у каждого свой характер. Допустим, Денис был таким, как я раньше вам говорила, котом, то сейчас он уже проявляет характер. Уже более такой бойцовский у него характер появляется. Вот. Давид был такой шибеником, сейчас он уже более мягче стал, уже не капризный. Просто занимается розетками, приборами электрическими. Вот это его хобби. Девочки сейчас, как девочки, немножко капризные. Показывают свой девичий характер. Вот. Вот. А Владик, как всегда, любит обувь, любит раздеться, одеться, померить обувь, на каблуках походить. У малышей есть свои увлечения. Ежедневно они открывают для себя что-то новое. Каждый наводит свои порядки. Не только в доме, но и на улице. Сейчас они на даче. Здесь у них больше пространства и есть возможность шкодничать. Сначала они оборвали все по окружности, что доставали с земли. Потом смотрят, уже на этой веточке не достают. А Денис так, вот, Даша уже иллюстрация обрывает. Я вижу яблоки. Денис не достает, взял табуретку, принес. Да, да, воспитывает. Принес табуретку, подставил. Сначала не достал что-то, не может две руки протянуть. Слез, снова поднялся, но все-таки достал ветку и оборвал яблоко. Ну, самое сложное, когда они просыпаются вместе со мной. Я просыпаюсь в 6, и для меня это очень важно, хотя бы полчаса уделить кофе. Сварить кофе, посидеть, прийти в себя, проснуться. Но когда они просыпаются в 6 часов вместе со мной, это очень сложно. В основном к 8 утра вся команда в сборе, готова завтракать и играть. Развлекают они себя по-разному. Каждый в течение дня находит свои приключения. Где-то к часу тоже еда. И сон. Записывайте. Да.
Нам не удается узнать подробности жизни малышей. Они постоянно между собой вот так громко и весело общаются. К такой шумной компании привыкли даже соседи по даче. После продуктивного дня уложить спать пятерняшек тоже задача не из легких. Вчера девчонки тусили практически до 11. Вот, они уже продолжали баловаться, но мы их просто положили в кровать и сказали: все, ложитесь. Они там еще повкувыркались в кровати, но потом уснули. Главный авторитет для пятерняшек – их старшая сестра Алиса. Ей самой всего 5 лет, но, несмотря на свой маленький возраст, она активно помогает маме. Учит какие-то цвета, буквы, рассказывает им про животных. Они вот от нее научились петь. Она залазит на стульчик и начинает петь. В перерывах между пением самые неусидчивые за считанные секунды могут перебраться в огород. Не знаю, каким чудом, но Сашка именно пробралась к только-только выросшим перцам. Нашла именно один тот, что созрел, сорвала, не сломав куст, и тека с этим перцем, как с трофеем. Приключения малышей можно перечислять долго. Двухлетние дети познают мир. Совсем скоро новый этап в жизни пятерняшек. Они готовятся пойти в садик, а Алиса собирается в школу. Из-за вирусов, болезней мы их еще боимся. Точно, еще годик. Вот она говорит, еще годик. И пойдем в садик, в школу. Мама пятерняшек признается, что очень устают. Но, несмотря на постоянный недосып, выглядит отлично. 2 года прошло, но у меня по-прежнему самая главная мечта – это первым делом выспаться. Впереди еще много встреч с пятерняшками. Мы будем и дальше рассказывать, как растут самые уникальные дети в Украине.